С утра в Ледовом дворце Чебоксары-Арена кипят страсти. Там начались предварительные встречи Кубка мира по женской борьбе. 8 сильнейших команд планеты разделены на две группы. Россиянки попали в группу к сильнейшим в мире – японкам, шведкам и американкам. Первые поединки российские спортсменки провели с представительницами США. О том, как закончилась первая сессия соревнований, в нашем репортаже. 8 спортсменок, 8 весовых категорий. Таково процентное соотношение каждой предварительной встречи. Перед самым кубком сильнейшие российские спортсменки. Олимпийская чемпионка Наталья Воробьева, призеры Олимпиады Валерия Коблова и Екатерина Букина получили травмы и не смогли приехать в Чебоксары. Неделя женской борьбы в Чувашии началась. Кубок мира, который мы обещали привезти в столицу Чувашии, он здесь. Вы видите фамилии. Слышите фамилии наших спортсменов, которые выходят. Фактически сегодня здесь присутствуют вторые номера, третьи номера, в некоторых весах даже четвертые номера. Но вот так получилось, что мы не уберегли всех лучших наших девчонок для Кубка мира. Очень много травмированных спортсменок. К сожалению, в великом спорте вот так случается. Но тем не менее, вы видите настрой. Настрой действительно был серьезный не только у наших спортсменок. К четвертой встрече, когда на ковер выходила Вероника Чумякова, счет был 2-1 не в нашу пользу. У Вероники была нелегкая задача. С американкой Кайлой Миракли она встречается впервые, поэтому важно было завладеть инициативой с первых секунд встречи. Преимущество было небольшим. Веронике удалось додержать его и победить в поединке. Тренер сказал работать на своих приемах, делать все, что я умею, и я вышла. Было тяжело, потому что это первая встреча всего лишь. Надеюсь, дальше пойдет получше. По итогам 8 встреч счет был равный 4-4, но по дополнительным показателям американки победили в этом поединке. Это прекрасное мероприятие, отлично организовано. Мы чувствуем, что Россия любит борьбу. Я надеюсь, что российские девушки смогут побороться в финале. До церемонии открытия наши спортсменки встретились со сборной Японии. К сожалению, встреча завершилась победой команды из страны восходящего солнца. Спорт есть спорт. Я тоже посмотрел. Эмоции положительные получил. Команда Российской Федерации настроена на хорошие результаты. Я болею за сборную России и буду предлагать своим друзьям, тоже болели только за Россию. В субботу, 2 декабря, Кубок мира продолжится. В 13 часов начнутся финальные встречи. Татьяна Молкова, Андрей Спиридонов, Республика.